Приветствую вас. И знаете, вот последняя часть вашего вопроса, где вы указываете свои знаки зодиака, невольно наталкивает на мысль, что вы свой вопрос задаете не совсем психологам, а может быть даже эзотерикам. Потому что психологам знаки зодиака ничего не говорят. Если же отвечать на ваш вопрос о том, что вам посоветовать, то здесь я могу порекомендовать вам в первую очередь работать над своей самооценкой, над более ценностным, но более таком ярко выраженным отношением к себе. Я бы рекомендовал вам работать над своей самооценкой, над повышением уверенности в себе и над выстраиванием своей модели женского поведения мужчины, потому что вот то, что вы написали, это говорит о некоторых сбоях в вашей женской модели поведения. Также очень важный вопрос, почему вы выбрали себе мужчину младше вас на 10 лет. С чем это связано? С чем обусловлен такой выбор? Далее. Почему мужчина так поступает? Потому что он уверен в том, что вы его будете возвращать. Ага, потому что он уверен в том, что вы будете за него бороться. Он уверен в том, что вы будете к нему стремиться. Он уверен в том, что вы будете прощения просить и так далее. Вот. И как бы ситуация заключается в том, что вы, опять же, недостаточно ценностно себя поставили в отношениях с ним. И по большому счету мужчина делает то, что является проекцией вашего отношения к себе. Вот, в принципе, то, что вам можно сказать. И если вы не проработаете те аспекты, которые я вам озвучил, если вы не будете менять свое отношение к себе, то я боюсь, что ситуация так и будет складываться, что мужчины будут относиться к вам довольно-таки неуважительно, довольно-таки оскорбительно, и свое женское счастье тогда вы не обретете. Так что рекомендую вам обо всем этом подумать, и если вы захотите что-то менять, вам нужно выбрать, будет эксперта на нашем ресурсе и начать с ним полнопланомерно работать. Например, над тем, почему вы все для мужчины делали, тем самым растворялись в нем. Что заставляло вас растворяться в нем? Это тоже не есть хорошо. Неумение устанавливать личные границы в отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы,
пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.